Люди с буквы М стараются сами везде побывать и везде все попробовать. Владельцы такого имени застенчивы и с трудом сходятся с окружением. Однако в работе проявляет незаурядный ум и способны достичь больших успехов. Для владельца имени с буквы Л требуется проявить тонкое восприятие красоты, артистические, художественные таланты, стремиться поделиться знаниями и ощущениями с партнерами. И сообщает характеру дипломатичность как защитную реакцию на грубость, давление со стороны. Обладатели имени трудолюбивы и упорны, но в чувствах редко способны на нежность и внимание, проявляют лидерские качества и не нацелены на достижение результата. Лояльность по отношению к окружающим, доброта и щедрость, особенно это проявляется с родственниками и друзьями. Букве А свойственна сила и лидерство для этого имени. Квартира без сквозняков, шуба из натурального меха и полный деликатесами холодильник вот могут стать пределами мечтания этого имени. Обладатель имени иногда бывает бестактен, легко идет на конфликт. Буква Г дает носителю этого имени непредсказуемость и неожиданность. В их честь складываются стихи, поются серенады и совершается множество других забавных глупостей в зависимости от века и нравов. Некоторая отрешенность и неуверенность, заключенная в букве И, мешает быстро принимать решения и замедляет реакцию. У носителей этого имени сильно развито чувство долга. Они испытывают наслаждение, когда доставляют положительные эмоции другим людям. У владельцев этого имени есть твердое стремление везде побывать и все испробовать на собственном опыте. Владельцы этого имени обращают внимание на свое здоровье, на чистоту дома и обладают потребностью все делать добросовестно. Обладатели этого имени достаточно трудолюбивы. Звук Г в этом имени предопределяет стремление к знаниям, практичность, умение правильно оценивать ситуацию и быстро реагировать на происходящее. Но также звук Г означает и обидчивость, ранимость и тонкую душевную организацию. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.